Томская область поможет облегчить жизнь в арктической зоне. Сегодня регион вступил в организацию «Северный форум», который занимается вопросами экологии, работы с молодежью и улучшения условий жизни коренных народов Севера. Компетенции томских ученых, успешная практика внедрения бизнес-идей, технологический потенциал окажут большое содействие в решении этих задач. Томск же получит возможность укрепить межрегиональное сотрудничество и войти в тесную кооперацию сразу с целым рядом стран. Нам нужно создать очень сильное объединение регионов внутри нашей страны. Мы понимаем, что Томская область – это третий регион после Москвы и Санкт-Петербурга. Обустройство всех этих территорий, которые крайне важны для нашей страны, вот быть в этой повестке для нас очень важно и почетно.